Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня строим теплицу Легенда 2,5 на 5. Очередной стеклянный проект. Находимся в саду. Вот такие вот сады СНТ. Теплица будет стоять на деревянном основании. Брус пропитан, обработан. Сейчас как раз идет монтаж каркаса. Две стены мы покрыли стеклом, закрепили их с помощью, как я уже говорил, профиля системы, база, крышка. Вот у нас крышка от самого отлива снизу и сверху чуть выше делается. В дальнейшем ее будем подрезать по форме той крышки, которая будет сверху. Далее перелив устанавливается в стык. Режется, также вырезается у него под базу. Вот так вот. Может немножко кривовато, неаккуратно, но это все потом закрывается крышкой и все становится красиво. То есть вырезать нужно обязательно, иначе он не ляжет плотно к стеклу. И потом уже, когда у нас установится верхнее стекло, верхняя крышка, эту крышку мы подрезаем по форме, ну, примерно вот так вот, полукругом, и защелкиваем. А верхняя будет сверху сантиметр полтора навес, нахлёст, как правильно. Стены, крыша, один торец у нас покрыты полностью. Осталось установить перелив с крыши на стену, декоративный, поддерживающий стекло, и застеклить один торец. Сейчас идет параллельно монтаж форточного блока. Вот у нас, как я говорил, верхняя крышка выступает, под нее будем вот так вот подрезать практически, чтобы вплотную все красиво встало. Временные поддержки стоят, они уберутся. На торце тоже все с помощью базы, крышка держится. Переход подрезается аккуратно, профиль тоже практически плотно, все красиво примыкает. Профиль поверх прижимного уголка. Ой-ой-ой. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 2,5 на 5 под стекло. Пойдем посмотрим, что из этого получилось. Один торец глухой, стеклянный. Второй с дверью. Дверь левая, алюминиевая со стеклом. Оснащена доводчиком. И к фиксирующим крючком. Вот. Доводчик получилось настроить вообще нынче. Классно. Вот она идет медленно. Медленно. И в конце ускорилась. И захлопнулась. На счастье. Кружку разбили на счастье. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 40 на 40. Окраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Имеются диагональные усилители по 2 штуки на каждую сторону. Система подвязки расположена согласно будущим грядкам. И 2 форточных блока, оснащенных термоприводами. Все это стоит на брусе. Брус обработан. Также по низу прикручен отлив.
стекло ставится на резиновый уплотнитель и фиксируется в профиле. Как я уже говорил, система база-крышка. Вот такая красивая, очень прочная и надежная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!